спросить, можно? Скажите, пожалуйста, на какой спектакль вы сейчас ходили? «Эсламия». Скажите, что вам понравилось, что не понравилось, как играли актеры? Я вообще смотрю этот спектакль не менее 30-го раз. А, 30 раз уже посмотрели, да? Да. Наверное, в разных театрах это было, да, или нет? Ну, я смотрела в разных театрах, это было 30 раз, именно у Рома Андреевича. Скажите, пожалуйста, что вам нравится? Творчество Виктора для меня это вообще вершина театрального искусства. Конечно, небольшой знаток, наверное. Но именно Виктор мне показал, каким должен и может быть театр. Угу. На каких местах вы сидели, как вам было видно? Я сидела на тыдушке в середине первого ряда. Мне было, естественно, видно очень. А могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Более чем. Хорошо, спасибо за отзыв. Через 10 дней...